Эхнуть от этой жопы. Вы бы знали, как он в меня газует. Особенно, когда стрим-снайпер на враге. Фух. Хоть продохнул. Спасибо за донат. Так. Хорошо. А у тебя какой-то план есть, да, на Скорпионе, я смотрю? Хорошо как. Винга, ты умрешь через 3. Ладно, я пугаю, пугаю, лисы. Все, поехали. Будем следить за игрой. Помогать команде. Так, один гриб отвести. Алло, не пизди гриб. Так, что тут? А, нужно ж новых пинков. Можно гриб этот поживет чуть-чуть? Опа! Ну и что? Почему ты умер? Не скажешь мне? Не скажет, видимо. Винга, первая смерть. Не. Да, нет. Скорпион, у тебя все нормально? Тебе на помощь нужна на миде? Да нет. Все, хорошо, хорошо. Когда ему кура прилетит, скажи мне, я ее убью. Ладно? Окей. Там снизу рунок. Люди, ну, для леса, и тут и в PayPal донат отправил. А. Из PayPal не приходит почему-то. Я, братан, не очень шарю в этом. Это я сейчас. Спасибо за стримы. Это дефолт. Выручает холодными зимними вечера. Походу, я развел на 2 косаревых доната, что ли, да? Ну, типа, ты косарь туда скинул. Хох лов рей. Сник. Спасибо за 1000 рублей. Братан, донаты на PayPal с тех пор, как в РФ пытались заблочить Telegram, у меня донаты с PayPal просто сломались. У меня донаты сломались, и они не оповещаются вообще. Поэтому я обязательно прочитаю позже, что ты написал. Ты, наверное, туда то же самое написал, что, ну, что-то написал, короче, посмотрю. Спасибо огромное за 1000. Посмотрю, сколько ты туда кинул. Спасибо. Вот. Поэтому оповещалки нету на них. Я сам их читаю. Вот. Есть Donation Alert, вот, через который ты донатишь. На него можно из PayPal донатить, из чего угодно. Из биткоинов там. Поэтому как-то так. Стопана, говорят. Ну я вырубил. А, ну да, тут топоры, волки, такое, брат, непотребство не нужно ставить, но я имею в виду в плане видео. Нельзя такое на Твиче. Там собаки грызут, кровь, блять, ух ты шо, не. За такое. Ты шо, нельзя. Кровища какая-то. Непотребство, в общем. Март X, еще соточка. Это снова я. Да, поставь 3000+. Я тебе в ВК скину. Олег Гонцов, Трекслиоп Уэлкинг. А то до тебя не достучаться. Братан, 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 нет, трек я не поставлю, я ВК вообще не захожу в течение стрима. А по поводу трека, если буду искать next катку, если не забуду, если можно будет, поставлю. Вот. Спасибо за донат. Как буду катку искать? Время катки не включаю. Фурион, фурион. По фарму чемпион, быстрее всех голду зарабатывает он. Лучшие фармилы в доте. Это Nature's Profit. Нам базу уже сносит. А он фармит своему Патрик. Нас уже Фурион, Фурион, штопанный гандом. Своей команде не помогает он.
Нет, я помогаю. Я на Фурионе играю по стратегии. Стратегия — это взять 6-й левел и начать ультовать. И все. И люди начинают умирать здесь. О, сука. Раньше бы меня за такой стан кентавра кларетка бы слетела. Скорпион, у тебя раскачка какая-то пассивная. Ты же его никогда не убьешь с туманом 3. Смотрите раскачку, типа, да. А как он собрался снайпера убивать? У него в 3 сэндшторм. Жека из Крыма. Привет, Чири. Как же ты спасаешь меня от скуки? Лежу в больнице после операции. Не падаю духом, спасибо, что блядь, ты самое есть. Хуёво, я под наркотой, ха-ха-ха. Спасибо за сотку. Самое хуёвое, что может быть, лежать в больнице летом, когда на улице плюс 30. Или болеть вообще. Спасибо огромное за 100 рублей, братиш. Выздоравливай, лечись и приятного просмотра. Надеюсь, все нормально будет. И выпишешься как можно скорее. Спасибо, брат. И спасибо за 1000. Я PayPal, ребят, после игры я прочитаю. Вот, сейчас туда заходить не буду. Но спасибо, братан. Есть такое, что PayPal не оповещает. Вообще в больнице лежать хуёво. Я помню, я когда-то лежал в больнице, когда мне было... Ну, слава богу, я в больнице не лежал очень давно. Вот, но я помню, мне было лет 10, может быть. Я отравился арбузом. Вот, и я люто отравился, и я неделю лежал в больнице. И это был где-то, наверное, ну какой месяц? Это был где-то... Ну, это уже был поздний арбуз такой, наверное, какой-нибудь ноябрь месяц, начало ноября. И это пиздец вообще. Это скучно, плюс тогда же сами понимаете, гаджетов не было никаких. Ну, то есть, когда мне было, мне это лет 10 было, тогда не было телефонов. Ну, телефоны-то были, но интернета такого ничего не было. И просто лежал в больнице неделю. Мне так было хуёво. Поэтому никому не пожелаю в больнице оказаться. Все, кого-то убили. Клип вполне приличный там был. Все лишь борьба за жизнь. Нет, ничего там все такого. Равно, там кровь, ну нельзя, руки. Так нельзя. Руки отрезаются. Только звук чуть накрути, плиз, если можно. Хорошо, 1-2 отделения. Блять, перчатки. Поплыл. Спасибо огромное за 1000, братан. Я просто такие клипы с подозрительным содержанием я скипаю. Ну, типа, закрываю, потому что на Твиче все-таки не все можно. То, что хотелось бы. Сейчас сделаю погромче. Готово. Вот, держи. Спасибо, что ты сейчас есть. Сейчас еще фраг сделаю. Мне в этот раз нету мясного. В этот раз мясного нету. Ассист. 10-я минута баунти, пацаны. Спасибо, учитель по флексу. За 1000 рубасов. Спасибо за такой подгон. По всем приметам, спасибо. Завтра будет ясно, догорают свечи. На
надо шрайн выпить. Ну, на ульту сейчас будет. Строй, а можно через тебя привет передать? Конечно. Я передаю привет Михаилу Говоронскому, очень хороший человек. Понял, принял. Жаль, он сейчас не с нами. А где он? Он правда очень хороший и должен был играть с нами сейчас. А чё не играет? А он арестован. В смысле? Ну его арестовали. Кто? Родители. Ага, родители, я уже думал, он бандит. А за что? Он просто экзамены плохо сдает. А, ну не готовится так. К ним. Вот так вот, экзамены хуёво сдаешь, арестованным будешь. Блять, тут какая-то хуйня пришла, нездоровая ко мне влезет. Бабки пизда. Так, одного пинка оставим, это будет смотрящий. Что у меня три героя делают? Ебут тебя, походу. Ну, походу, да. Инвиз снизу лежит, который он нужен. Ячелю в частной больнице, ибо на бюджете очередь 100 человек плюс, и я был вынужден пойти в платную. Тут все на максималку. Ну, это очевидно. Особенно жабы на персонажах, медсестры, мужики капу в чат за здоровье, и мой камбэк в реал лайф. Нихуя себе какой трек играет. Охуеть. Охуеть, какой охуенный трек. Привет, Олег. Удачной тебе игры. Бля, братан, пожелаю респект отдельный. На экзамене, пожалуй, в четверг, если будет повышенная стипа помока. Я прослушал весь донат, я чуть позже отвечу. Спасибо огромное. Вот это очень старый трек, и, блять, он очень классный. Почему у нас у Скорпиона левел меньше, чем у меня? Баунти 15 минут, а с ним тебе. Умрёшь, тварь. Мне, походу, я у него прикол спиздил. Тебе там Джага написал в чате, что ебло тебе вскроет. Я вижу.
Терминатор, что случилось, брат? Кто тебя обидел? Что случилось? Скажи мне. Братишка. Ну и зачем ты ударил? Я помог тебе, крипак. Снайпер сгорел. Терминатор БФ выйти надо. Момчик сейчас подвели. Все нормально. Снайпера молнии появились. Хорошо. Спасибо огромное за донаты, парни. Вот этот трек сейчас вообще супер был. Так, и там еще донаты, я их прослушал. Сейчас разберемся. Так, это я слышал. Ладно, спасибо за 105 рубаса. Удачи на экзамене. Удачи на экзамене в четверг. Будет повышенное, будет круто. Как же приятно кидать тебе клевые треки. Жалко, денег нет, как у табуретки. Встретимся на эпицентре. Твой учитель по Эофликсу. Спасибо огромное за донат, братан. Да, на эпицентре встретимся. Табуретка, он такой парень. В казино поднял кучу бабла и пришел со стримером делиться. Причем вообще ненормальный тип. Это да. Спасибо за донат. И Жека из Крыма. Спасибо еще раз за сотку. Выздоравливай, брат. Больница — это хуевое дело. Ну, хотя сейчас есть гаджеты. Сейчас он можно и стримец залипнуть, и фильмец посмотреть. Полетишь на снайпера? Я ультану просто. Давай сам. Лечу, лечу. Ульта, долети, пожалуйста. Ой, дал, долетело, ебать. Мощный. Фух. Если бы не долетело, было бы грустно и мне, и ему. Просто это был последний скачок, по-моему. И я с ульты снял ему 500 плюс здоровья. Если бы она не доехала, варт упал вот такой. Если бы она не доехала, то мы бы сейчас оба могли отъехать вообще. Потому что у меня бы дэмэджа вряд ли хватило снайпера убить. Вон, у нас 2-0-1, нормально. 18-я минута, 200 крипов. Из леса мы еще не выходили толком. То есть сейчас будет Кая и вообще будет жарко. Там слышу дум. Надо наверх ультовать, сейчас кого-то убил. Он увидел, побежал наверх. Не, нихуя он не побежал, ему похуй вообще. Такой себе шрайн, хуёвенький получился. Ну ничего. О, пни бегут. Перетяжечка. У них, возможно, на нижней руне варды стоят. Здания сил тьмы укреплены. Баунти 20-е. Мне нужен быстрее 20-й уровень на КД.
способностей. Блейдмейл. Игра только начинается, пацаны. Вся веселуха впереди. Пол деда. Ладно, четверть деда. Дурак, блять, бил бы автоатакой и забрал бы. Нет, надо выебываться. Снизу, я так понял, руны никто не брал? Не брал. Вот тут кто-то бегает. Тупо врыватор 3000. Давай. Ваша верхняя башня в огне. Ну что, пора подрезать башню, пора начинать сплитить. Просто до этого хуй посплитишь, у них вечно какой-то герой стоит на линии. Плюс у них на топе ты один тавер и нанизу упал. На миде можно забрать сейчас. И наверх как раз пофармить. Занять. Хотя уже можно лететь пофармить. О, я еще и башню забрал. Кайф. Кстати. 240. Плюнь еще раз. Сделай башню deniable. Заденаю хули. Так не донаю. Голем упал. Надо на низ, наверное, сгонять. Там у них на миде драка наметилась. Там сейчас все бойцы на миду сражаются. Снайпер. Ну, пойдем. Против снайпера тут особо ничего не сделаешь. Так, 20-й левел нужен. И все. Начнется веселуха. Вот получаешь 20 левел, имеешь Октарин, все, через 5 минут плюс 2 слота будет. Будет плюс хекс и плюс еще какая-нибудь залупа. Ну дед, дурак что ли? Бля, ну, хуй знает. Погоним почти. Есть. Укопай. Пересмотрел. Клип там норм. Плюс 10, плюс 13. Вот вам классика на стрим. И вопрос ты на эпицентр как зритель. Или будешь, ну, как в каких-то зритель, мероприятиях участвовать, типа автограф-сессии или еще какой-нибудь фигни? Я буду в алка-сессии участвовать и просто буду кочевником. Спасибо за соточку, братиш. Ну что, осталось 20 левел где-то нахоботить. Все. Что за хуйня, блядь? Это холостой. Ебать. А почему я не портнулся? Оно ж уже раскрылось, блядь. Что это за холостой телепорт был сейчас? Ебать, а я еще портнулся и думаю. А где мой герой? Смотрю, думаю, что за хуйня. Ебать, тупо. Что еще за хуйня? Справедливое отношение. Понял?
Да-да, по башне еще, блядь, пару дай. Да иди нахуй от меня, блядь! Ёбнутые! Тупо ПТ-башер, оно меня хуярит просто баш-баш, баш-баш, баш-баш. Ебать. 25%, здравствуйте. Это мы 25%, блядь. Баш-баш, баш-баш, нахуй. Ебать, мне еще дали 880. Убейте, деда. Горни. Где скорпион наш? Он вообще что-то делает? 0-7. Сашка пистолетов. Выиграл ролл. Соломит, АФК. Понял? Он уже его выкинул, не? Ты думал, куда? Не, вот это сейчас обидная смерть была. Я не хотел умирать. Я вообще не хотел умирать. Просто типа, сори. Тип мне 3 баша дал из 5 ударов. Охуеть. Кто, сука, зафармил весь мой лес? Скажите мне. Так, это шок. Бля, я с этими двумя дураками даже не хочу общаться. Понятно, блядь, они меня преследуют, вы понимаете? Воу! Что ты, блядь, там летаешь, нахуй, дурак? Арестован. Не попал. Палку делал сам. Суки, блядь, сделайте что-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой, как же я горю. Короче, они сейчас в миде будут заняты. На низ пангольер ТП потратил. Поэтому сверху можно подкрысить чуть-чуть. Все, и съебать. Пойду-ка я на базу. Так, слышу звуки ШБ. Это союзник. Блин, пук с пеньком сражается. Там пайп у пуджа. Блин, пайп это очень плохо. Пайп это очень плохо. Кстати, скорпион играет. Нахуй я это делаю? Я на него нажимаю и вижу какую-то очередную хуйню. Все. Так, пенек. Тебя видно. Делаешь. Все, начинаем растягивать разрыв. Начинаем растягивать. То есть нанизу побыли. Теперь вверх. Пока там идет пик. Там очень каленый снайпер. Да я вижу, но мне ничего не надо. Верхней башни врага остались угольки. Хорошо. Минус 2 остался снайпер, дум пангольер. У пангольера я рот ебал, я не хочу с ним даже, блядь, на карте пересекаться. Нормально минус башни снизу. Потихоньку, понемножку.
Башня сгорела. Крипы нахуй. Крипит в игру. И все. Убил Джакира, говорят. Серьезно? Я даже не видел. Sorry. Все, уже 3700 есть. 3760. Замечательно. Все, теперь задача последняя, это сломать мид того. Так, жирный дурак с вардами. Бля, крипов нету. Хочется утонуть, сука, а на карте нет крипов. Я портуюсь, бабка, давай. Все, он арестован. Блять, кекс делаю и патинку сам. Арест не удался. Блин, ноль не доставил. Может, на эпике увидимся. Увидимся. Жги на стриме. Спасибо, братиш, еще за 1000. Увидимся, я думаю, если там будешь. Я буду там все 3 дня плей-оффа. Ну, то есть там 28-30. 28-28, ой-ой, громко. 28-29-30 плей-офф я буду все 3 дня там. Поэтому я думаю, никуда не денемся, увидимся. Спасибо, братан, еще за 1000. Пизделка идет, надо башню вести. Понял. Ну, пеньки тут справятся, я думаю. В теории. Ну, башню, иди. Раньше оно было снайпером. Блядь, что я делаю? Как это? Сколько дали? 556. Го убивать! Робота. Все, ГГ уже. С появлением фикса становится ГГ. Это уже изи для Фуриона. Который ни разу за игру не вышел из леса. Найдите нахуй. Идите нахуй. Ломайте. Пеньки убийцы. Я их отвлек. О, у меня еще пень жив. Пень ветеран жив. Пень ветеран жив. Идет убивает. А, у меня бабки появились на байбек. Ну не буду байбек. МКБ. Почти все. Скорпион чисто. Стрель. Подписан на тебя год, решил воспользоваться твоей аудиторией. Я профессиональный фотограф и видеограф. Наконец-то создал инст. Уже есть первая публикация. Буду рад всех видеть. Инст, Славич, подчеркивание виде. Пора Кримсон сделать. Кримсон. Крисы. Спасибо за донат. И Скорпион пошел в спидер. Сашка пистолетом 0-10. Соло мид. Выиграл ролл. Вот так вот, блин.
Ну все, я сейчас ультую и пуш закончен. Парни. Все, хватит. Блять, не хватит. Ебать, сколько плюй. Не хватило прыжков. Тачков, но. Миф. Ебать ему, блин. Ебать крипов как много на карте. Ну наконец-то вернулся, соскучился по тебе, Олежка. Спасибо за донаты, где был-то? Ща, пока не могу посмотреть, кто ты. Могу драться снизу, бабка, тебя видно. Стичек, где тебя верили? Арус Скорпиона. Блять, оно в лоту. Спасибо огромное за подписку, братан. Спасибо. On my way. Арестован пуч, парни. Что ты думался? Ты можешь им сделать на Скорпионе? Подкопать там. Ебать там пеньки пушат на самом деле. 72 урона, ребят. Шутки шутками, 72 урона от каждого пенька. Просто смотрите сюда. Смотрите на башню. О, заставил глиф врубить. Хотя Фангольер дефал. Давай, пуджа, алло. Ты алло. Не вспомнишь, кто я. Но я тебя делай смотрю по КД. Это 4 доната от меня. Нахуй ты так копаешь, что он вылез, блядь. Ой, пизду вас, пацаны. Давай, ебашь. Големов на паску всех, блядь. Ебать там деда големы отпиздили просто. Погнали. Го заканчивать. Глянь, пеньков собирать идет. Не трогай пеньков. Бабка психанула тупо. В деда все големы дала. Так, бэйбэйки, хорошо. Я к вам иду, давайте. Как же ты смеешься смешно, это просто невероятно. Расскажи про свою диету. Хочу быть таким же жирничем, как ты, и пулить по 10 кавьюров каждый стрим. Спасибо за донат. Придется...
Спасибо за донат. Ебать тут пизда какая-то. Ну все, ебать, пинки вин. Пинки один, враги ноль. Бля, еще ж грейсы без КД почти. 20 секунд КД грейсов. Нормально? Пинки убийцы, давайте, вперед. Ты арестован. Хватит его так подкапывать, что его, блядь, выкидывает нахуй. Ебать, что тут происходит? Ебать тут пней. Спасибо за игру, пацаны.